Друзья, всем доброе утро. Сегодня 27 августа. У нас сегодня особый день. Сегодня день погрузки. Сегодня будет упаковка. Скорее всего, мы перейдем обезьян в наш автофургон. И будем целый день в цирке, в общем, заниматься этой уборкой. Погнали. Сейчас складывать вот эти вот секции. Вот уборка идет. Доброе утро. Что-то уборочка. Порядок, чтобы был, да. Здравствуйте. Здравствуйте, господа. Вон Женька отдыхает. Женька, привет. Ну ты готов? Да, привет. Так, ну все, обезьян слышится? Мальта. Вот так вот. Ждут. Зуб не чистила? Хорошо. Молодцы. Вон, швабру. Швабру уронили. Молодец, молодец. Так, это кто здесь? Ух, хорошо. Пойдем. Давайте. Мадам, 100 грамм. Мадам, ну пойдемте. Ну пойдемте. Ну пожалуйста, ну пойдемте пописим. Ну пойдемте в туалет, уже все утро наступило. Уже все, уже есть. Уже утро есть уже. Ни минуты покоя, ни минуты покоя. Оп, ни минуты покоя, мадам. Ваш чай, мадам. Ваш чай, иди сюда к нам. Пожалуйста. Две ложки сахара, как вы любите. Мы сначала пьем чай, потом проходит где-то минут 30. И только потом мы едим кашу или йогурт, чтобы не смешивать все это вместе. Олег Иванович, привет еще раз. Вань, ну просто Олег был у стилиста вчера. Да, вчера был у стилиста. И он поменял имидж. Да, Олег? Имидж, что? Да, да, все. Да. Вон, обезьяны сразу заинтересовались. Скажи, прическа новая, скажи. Боня, прическа новая. Обезьян. Обезьян не просунулся еще никак. Ай-яй-яй. Ай, спать так много нельзя. Сейчас мы будем снимать нашу фанеру. Отделяем вот этот скотч от фанеры и выкручиваем вот эти вот пластины с болтами. У Азамата супер оружие, супер мощный шуруповерт. Азамат откручивает 25 шурупов в секунду. А тем временем Мальта и Боня занимаются косметологическими процедурами. Приводят Тома в порядок, чтобы все было у него чистенько. Ну вот так вот у нас сейчас все выглядит. Прошло где-то полчаса, мы сняли полы. Упаковываем нашу мебель, кресло и диван. Обезьяны ждут. Пока что такой беспорядок, но такие у нас вот переезды и заезды. Ну а сейчас я нахожусь в своем автофургоне. Часть фанеры уже принесли. Сейчас помощники, которых наняли, чтобы легче прошла погрузка и быстрее, принесут остальную часть фанеры и потом секции, которые мы и красили. Да уж донесли бы так, пацаны. Тут две просто, неудобно заходить. Так. Ну. Припугнуть, припугнуть, не волнуйся. Сейчас, ребят, самое тяжелое. Парни спрашивают, говорят, а для чего вы снимаете? Я говорю, ну у меня канал на YouTube. А вы, говорит, нам рекламу сделаете? Я говорю, конечно, сделаю. Как называется? Все, забыли, походу. Ну, что, парни, снимайте.
Да килограмм 30. Я, блядь, да ну, слышь, ты че сегодня ебать? Так, ну парни крепкие, качаются. Сейчас на бицепс поднимут и все, быстренько все загрузят. О, хорошо идет. Хорошо быть руководителем, да? Аккуратнее габариты, ноги, руки, пальцы, жопа, голова. Так, ну желательно мне бы еще кого-нибудь сюда, одного. Максим сейчас в магазин. Только, ребят, равномерно, и этот низ не опускайте, иначе дырку сделаем в потолке. Ладно? Наверх, наверх. А то сейчас наделаем, ага. Нет, чуть-чуть приподнимаем, ребят. Сейчас. Поломалось. Ничего не поломалось. Так, это самая тяжелая секция. Аккуратно, ребят, чтобы ноги. Сейчас я одну штуку сделаю. Так, ребят, держите крепко, сейчас для канала. Так, закатываем клетку. Поехали! Толкаем! Толкаем! Стоп, Данечка, чуть-чуть ее. Сможешь? Поехали. Все, теперь. Можно еще прижимать. Стоп, секунду. Секунду. Надо по времени, больше как бы. Ты обязательно переводишь? Ну, как бы, да. Я сейчас хочу перевести. Закончили подготавливать автофургон, который приехал под верблюдов. Сейчас я вам покажу, как они у нас переезжают. Это обычный фургон, тентованный. Здесь мы ставим вот такие секции, которые специально под этот размер, под фургон сделаны. И для каждого верблюда у нас вот такое вот получается отделение. Уже положили сено, опилки засыпали. Скоро их будем сюда переводить. Мы находимся в нашем автофургоне. Варвара приготовила обед. Аккуратненько накрыла. Мы сейчас посмотрим. У меня руки грязные, я не буду залазить туда. Потому что я только что упаковывал вот эти все секции. Вот смотрите, как у нас все красивенько. Аккуратненько. Скоро чай приготовим обезьянам. И заходим в багажное отделение. Не в багажное, господи, я уже все перепутал. Помещение специально оборудовано для наших обезьян. Это для обезьян наши домики. Здесь они у нас будут сейчас кушать. Холодильник. Все. Сверху мы на клетке положили разные вещи, которые нам необходимы на кухне. Для приготовления там тряпки и разная, в общем, утварь. Обезьяны радуются, сейчас пойдем. Ой, поедем сейчас. Ой, поедем. Ай, ужас какой. Ой. Все, Боня не едет, Боня остается. Боня тебя обматывает, волнуйся. Бонечка, а ты остаешься? Сейчас, все, вот.
Ой. Азамат, ты знаешь, я на руках отнесу, удобнее будет. Да, давай я, наверное, Бонни возьму. Не, нормально. А? Нормально. Двоих понеси? Конечно. Окей. Тяжелые же девушки. Терпим. Мадам, 100 грамм одеваемся. Все, погнали. Так, спереди иди. Все. Спереди иди, Азамат. Спереди иди. Молодцы. Держись хорошо. Давай в сторону. Варя. Варя, Мальта идет, смотри. Мальта аккуратно. Мальта, слушай. Пойдем. Мальта, Бонь, давайте. Залетаем у нас тут. Вон там, покажи, сколько продуктов на дорогу. Молодцы. Все, сюда. Бонь, Мальта. О, хорошо. Впереди вышел. Ух, шпарит как. Впереди вышел. Он почти вышел. Да. Домой идем, пойдем, держим. Сейчас посадим обезьян на обед. Они попьют чай, а мы дальше пойдем упаковываться. Так, ну вот наш обед. Сегодня овощи у нас. Да. Ой, ты что там взял, обонет? Так, выбирает что-то. Так, молодец. Огурец. Вон Мальта у нас. Да, Мальтух? Что у тебя там, Мальтух? Ну покажи, что у тебя там, какая еда. Покажи, что у тебя там. Он, Олежка, снимает историю для Инстаграма, наверное, видите? Сейчас мы к нему подойдем. Я тут про тебя рассказываю, как ты историю снимаешь для Инстаграма. Да, я снимаю. Инстабой. Лех, ну давай ставки ставить. Зайдет за 5 минут или не зайдет? Ты за или нет? Это молодой верблюдик, он еще не приучен заходить в автофургон, и нужно больше терпения. Вот Леся его прикармливает морковкой или еще что-то вкусное дает. Видите, аккуратненько так. Вот и не спеша мы его сейчас заведем аккуратно. Идут маневры. Этот фургон мы вывозим за территорию цирка, и другой сейчас заедет, потому что наши верблюды в один фургон не помещаются. Переезжаем мы в двух фургонах. Вот в ту дверь мы заходили с обезьянами, а здесь у нас есть еще отделение для мини-лошади, для Шелдона. Вот так мы поднимаемся. И здесь подготовили уже ему воду. Здесь у нас сено. Свет я не включал, покорка. Это отопление. Засыпали опилочки. И ближе к вечеру мы его уже сюда переведем. Олежка устал? Нет, у него второе дыхание. Чакра, видишь, он светится. Олежка, тебя закрыли? Да, сижу я в клинике второй, скормленной неволе, верблюд молодой. Ну как успехи ваши? Нормально. Получается все? Процесс идет. Коля у нас
Коля профессионал уже по закручиванию болтов. Да, он просто профи. С закрытыми глазами все это делает. Одним пальцем закручивает уже, можно сказать. Да, вот такие вот апартаменты на время переезда верблюда в следующий. Олег, тут можно слона разместить. Ну, нельзя. Нельзя? Не вместится? Много места так вроде. Главное, что это на каждого верблюда. У каждого свои апартаменты. Свои апартаменты. И свой официант. Да. Это у нас обед, да, для верблюдов? Да. Сено, морковка. Пополам разрезать. Вот у нас есть главная помощница Наталья. Она у нас отработала 3,5 года. И не так давно уехала, думала поменять работу, но, представляете, вернулась спустя месяц. И вернулась, потому что очень соскучилась по Бархану Натальевичу. Да, по Бархану Натальевичу. Это у нас верблюд такой. Вот я думаю Наталье снять одно видео, и Наталья поделится своими мыслями, эмоциями и расскажет свою историю. Если вам будет интересно, дайте мне, пожалуйста, знать. Вы сейчас не слышали, а Наталья говорит за шоколадку, говорит, без проблем. Расскажу все. Ну вот, загрузили мы верблюдов. Сейчас этот фургон переденем в другое место, чтобы подкатить фургон для реквизита. Я уже не знаю, какой час идет. Я уже сбился со счета. В общем, два фургона мы с животными загрузили, именно с верблюдами. Один фургон у нас с обезьянами, с моими, они уже на месте, это вы уже видели. Также у нас один фургон с кавказскими овчарками. А вот этот фургон, это фургон с реквизитом. Сейчас мы его тоже упаковываем. А подвеска-то низковата. Поднимите подвеску. Поднять надо, поднять за... Давайте. Качай. Еще качай. Просто раньше ты качаешься. Здесь два ящика. Фурман, ящик. Так, куда? Фурман, ящик. Клетки уже стоят на месте. И еще у нас пол фургона осталось. Будем докладывать сюда ящики. Ящики с реквизитом, контейнера, программы. Ну, нужно все очень аккуратненько составить. Кстати, любой человек, который в детстве умел хорошо играть в Тетрис и дошел до там хотя бы 10 уровня, тот справится с нагрузкой трещоты, потому что все ящики и контейнера, они не одинакового размера, все разные. И чтобы все это хорошо вошло, нужно хорошо играть в Тетрис. А в этом помещении у нас были овчарки, кавказские овчарочки наши. Девчонки убирают, порядок наводят. Здесь было все в опилках, стояли вольеры. Настя, сколько у нас тут собак помещалось? Специалист кавказским овчаркам Настя. 7 кавказских овчарок, представляете? Вот такое огромное помещение. И мы распределили для 7 кавказских овчарок его. То есть мы стараемся делать всегда большие вольеры, чтобы было максимально комфортно. И помимо вот таких вольеров, которые находятся в помещении, у нас обязательно всегда есть вольеры на улице. У нас уже 6 часов вечера. А это означает, что обезьяны у нас пообедали, и мы должны сейчас у них починить. Ой, это кто это? Это кто это зубастый? Это кто за крокодил? Это кто за крокодил? Это не обезьяна, а крокодил. Это не обезьяна, а крокодил у нас, да. И это обезьянка. Ну, моя девка красивая. Вот это ты даешь. Вот это ты даешь. Ого! Бонька! Ты что, все затоптала, что ли? Боня! Боня, какой это кошмар! Боня! Ужас! Боня! Бесстыжая обезьяна! Наконец-то чаепитие. Обезьянки пьют. Вкусный морс. Да, вон Мальта пьет. Что, Бонь, там погрузка идет, да?
Ну покажи, покажи, покажи скорее. Ой, ты какой, даже поцелуй тебе. Ну да, поцелуй. Руку. Спрашивал вас. Тара-тара, чтобы сломать, чтобы оторвать. Бонни пытается у нас все время что-то открутить, оторвать, отвинтить. Да, это обезьянка, да. Холодильник открывает. Не надо, закрывай быстрей. Закрывай холодильник. Закрывай. Куда ты полезла? Закрывай, говорю. Это потом мы все поедим. Давай, аккуратно. Закрывай холодильник. Закрывай, все. И не открывайте. Запрыгивай сюда. Только отвернешься, ни апельсинов, ни бананов не будет через 2 секунды. Пойдемте, туземцы мои. Ему просто неудобно. Давай сюда пока садись. Садись, ну понятное дело. Сейчас один раз убрал. Давайте садитесь. Так, не баловаться. Правильно? Маль, проходи давай. Все. Значит, проходите, проходите. Тише, тише. Что ты убираешь? Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Втроем тут расселись, да? Сейчас, моя девка, сейчас мы все уберем, все почистим, переедем, поставим новый вольер, который мы сделали. У нас все будет круто, все будет большое, мощное, красивое. Да. Все будет хорошо. Бонька там все раскидала, все затоптала. Беспорядок устроил. Да, приходится, видишь, все это. Ну, что, куда ты залазишь? Вот так вот. Под крыло. Сейчас начнет меня раздевать. Что там у тебя, прыщ скачен? Что такое там? Просишь, чтобы я посмотрел. Все, удалили прыщ тебе. Сейчас ты мне будешь удалять, да, прыщу? Я как-то в этой компании смотрю совсем маленьким, мне кажется, когда Мэтта в полный рост становится. Я тоже вырос, она все еще растет. Вот у нас наш коник. Катя! Сейчас мы будем коника вот загружать на его место, к которому он переезжает в следующий город. Коник едет, а? Что? Попросим Олега встать. Олег, сможешь сбоку встать? Ты какой маленький, я утюг. У нас есть один особый секрет, когда мы едем по дороге, чтобы нас не останавливали сотрудники ДПС. Мы просим Мартина, чтобы он вот так вот выглядывал и передавал им привет. Итак, констатирую факт, то, что день подходит к логическому завершению. Сегодня была проделана колоссальная работа. Мы загрузили 2 фургона с верблюдами, 1 фургон с обезьянами, 1 фургон с кавказскими овчарками и еще 1 фургон мы забили полностью реквизитом. Олег уже помылся, Эмиль помылся, я еще не помылся, мне предстоит сходить в душ, и я буду чистый, красивый, как эти замечательные люди. Друзья, мне очень приятно, что вы смотрите и ставите лайки, и комментируете. Мне очень приятно читать ваши пожелания. Спасибо большое, правда, это очень все душевно. Спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы меня поддерживаете. Я желаю всем хорошего настроения. Скоро увидимся. Скоро у нас будет переезд в город Ярославль, и там я обязательно поснимаю много интересных видео. Желаю всем позитива и до встречи.